в обычных продуктовых магазинах тоже подготовка к Рождеству уже. Вот эти пицца. Такие ромовые бабы. Итальянские, рождественские, разные. Есть еще такие вот домики пряничные, которые нужно собрать самому. Собираю сейчас цветочки. Печенье, потом там всякие помадки, все же есть. Есть просто подарочные варианты. Если же готовый домик. Просто его уже хорошо готовится. И вот такие различные новогодние сладости. Рождественские пироги, пирочи, конфеты, конечно же. Это все к Рождеству. Здесь магазин украшен елочками, подарочками. Это магазин Соберс. Здесь полно всяких вкусностей. Рождество, конечно же, тоже конкретно. Здесь огромный есть такой отдел польский, где разные колбаски, вкусные пиццы и разные мясные уже полуфабрикаты. Вы домой, просто загреть и все. Все готово. Всякие макароны, пасты, мясо. Здесь вот колбаса, ну, скажу еще, какого-то, ребята, салаты какие-то, это сыры разные, мясные всякие, вкусности.